Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю знаменитый торт «Три шоколада». Торт со вкусом очень хорошего шоколадного мороженого. Торт, который буквально тает во рту, подходит идеально для всех любителей шоколадных десертов. В его изготовлении будем использовать три вида шоколада – темный, молочный и белый. Итак, приготовим бисквит. 150 грамм муки, 30 грамм какао-порошка, 9 грамм разрыхлителя. Все это просто перемешиваем до однородности, отставляем пока сейчас в сторону. Бисквит этот получается влажный, он не требует пропитки, он очень хорошо держит форму и очень просто готовится. 3 яйца, яйца комнатной температуры, весом примерно по 50 грамм без скорлупы, пакетик ванильного сахара и щепотка соли. Все это сейчас просто взбиваем до однородности и вводим туда 120 грамм сахара. И взбиваем примерно 3 минуты. Больше взбивать нет смысла. Получается вот такая побелевшая пышная масса. Туда же я вливаю 120 грамм растопленного сливочного масла и 80 миллилитров теплого молока. Все это просто перемешиваю, можно сказать, до однородности. Ничего здесь долго уже не взбиваю. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Всю сухую смесь сейчас, приготовленную ранее, просеиваю туда. И просто до однородности прорабатываю все это миксером. Ничего лопаткой здесь я не вымешиваю. Форма, в которой я буду выпекать, у меня 22 сантиметра в диаметре. При выпекании не открываем духовку. Выпекаю при 175 градусах примерно 25-30 минут. Итак, у меня прошло примерно полчаса. Корж испекся. Я дала ему полностью остыть, и сразу же он готов к работе. То есть он не должен отдыхать долго в холодильнике. Я срезаю с него шапочку и буду использовать примерно вот такой 3 сантиметра у меня будет корж. Я положила корж дном вверх. Бока я выстелила ацетатной пленкой и поставила в такое тугое достаточно кольцо. Нижний слой у меня из темного шоколада, я готовила этот мусс. Как готовится мусс, я покажу на следующем слое. Здесь у меня выключалась камера и просто не вошло многое в кадр. Убираю пока в холодильник. И через час буду заливать следующим теперь слоем мусса. 200 грамм молочного шоколада я нарезаю мелко. Если у вас есть шоколад в каплях, конечно же, лучше использовать его. У меня не оказалось в данный момент шоколада в каплях, поэтому использую обычный. Итак, приготовили, отставляю пока в сторону. Здесь 80 грамм сахара. Туда же я добавляю 2 яйца, примерно по 50 грамм весом среднего размера. Все это очень хорошо объединяю, перемешиваю. И добавляю туда сейчас 200 миллилитров молока. Все пропорции точные на каждый слой мусса я напишу, конечно же, вам в описании к данному видео. Сейчас переливаем в ту посуду, где будем уваривать эту заварную основу, и идем на плиту. В кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании я довожу сейчас эту смесь на очень умеренном огне до первых признаков кипения. Не даю ей долго кипеть. Смотрите, пошли у меня первые пузыри. Это означает то, что смесь достигла 82 градусов Цельсия, проверена уже годами. И вливаю через сито всю эту смесь сейчас в шоколад. И шоколад будет у нас тут же растает, растопится в этой смеси. Потому что белок здесь заваривается. В идеале, конечно, использовать только желтки. Но на данное количество
Мусса одного слоя нам понадобится аж 6 желтков, то есть на весь торт нам понадобится по сути 18 желтков, поэтому лучше использовать просто яйцо. Объединила все это с шоколадом, пузырьки воздуха сейчас выйдут, пока будет остывать масса. Массу остужаю примерно до 30 градусов Цельсия. Здесь у меня 16 грамм желатина. Залила его холодной кипяченой водой, 90 миллилитров воды я взяла для этого и отставила в сторону, чтобы желатин набух. Здесь 300 миллилитров очень холодных сливок для взбивания и пакетик ванильного сахара. Взбиваю все это до мягких пиков. Сейчас покажу вам, как должны выглядеть сливки. То есть ничего долго я здесь не взбивала. Видите, вот такие очень мягкие пики. Набух желатин, растопила его импульсами в микроволновке. Шоколадная смесь остыла примерно до 30 градусов Цельсия. Объединяю сейчас ее со сливками и на малых оборотах миксера сейчас прорабатываю и ввожу туда весь желатин струйкой. Желатин не должен быть горячим. Вот это тоже очень важно. И все это просто прорабатываю миксером. Здесь я даже не стала обрезать фрагмент из видео. Час прошел, нижний слой полностью сейчас у меня сверху хотя бы схватился, застыл. Выливаю на него средний слой. Все это делается в принципе несложно. Главное здесь понять себе, уяснить последовательность. Убираю еще примерно на час. То же самое я готовлю с белым шоколадом. Взбиваю также 300 миллилитров сливок. Туда же я сейчас ввожу шоколадную смесь, уже остывшую примерно максимум до 35 градусов. Также я варила ее с яйцами, уваривала на плите. Все это просто перемешиваю. Количество сахара здесь будет поменьше, я напишу его в описании, иначе будет очень приторно. И вливаю туда сейчас также распущенный желатин. Здесь я взяла уже 18 грамм желатина для белого шоколада, потому что какао, здесь содержание какао в белом шоколаде самое минимальное. И все это просто меньше чем минуту прорабатываем миксером. Мусс на белом шоколаде также готов. Предыдущий очень хорошо уже схватился у меня мусс. Выливаем весь мусс на предыдущий слой из молочного шоколада. И ставим сейчас примерно часов на 8 в холодильник. Лучше на ночь. У меня прошло 8 часов, так как торт я собирала утром. И сейчас убираю ацетатную пленку. Торт у меня получился примерно 12 сантиметров в высоту. И торт этот достаточно большой, рассчитан где-то на 20-30 порций. Сейчас покажу, как я его нарезала, этот торт. То есть это торт на большую компанию. Если же вам нужно более маленький торт, берите вдвое меньше ингредиентов просто. Нарезается он превосходно, этот торт, не горячим ножом, обычным совершенно, обычной температуры у меня нож. Вот так идеально он нарезается. И я советую, уже знаю из опыта, что этот тортик вкуснее, вот на мой взгляд, когда он где-то полчаса постоял без холодильника. Он более нежным становится. Вот так он надламывается вилкой. Мусс нежнейший, просто тает во рту, со вкусом очень хорошего шоколадного мороженого. Бисквит не требует пропитки. Такой торт, конечно же, порадует всех любителей шоколада. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.